Мы у Лены на кухне. Да. Всем привет. Прям в кухне. Прям в кухне. Но, это смотри, Молдова, да. Кишинев. Кишинев. Если что. Чисинау. На айфоне написано Чисинау. Смотри, здесь получается я сделала такой свет и розетка типа сюда. Аня, ой, Аннеля, как же она прячется у нас, я не помню уже. Как-то она прячется. Ну, по идее, на кнопочку нажимаешь и все. Ну, вообще-то, по идее, она должна так. Ну, короче, ну, мы ее просто никогда не прячем из-за того, что она. Она всегда функционирует. Да, она всегда функционирующая. Мы здесь и планшеты заряжаем, это и ставим блендер. Обычно вот тут вот делают. На, здесь был такой, столе. Да, на рабочем столе был момент, особенно угловые часто распространено, что ставят в углу. Но у меня очень маленькое пространство, здесь мало места. Сюда было тяжелее проводить, потому что вот здесь у меня тоже стоит. Столешница, да, типа, то есть я ее сделала функционально удобно. Давай, и, мой, ну, короче, спрячется. Как-то, не знаю. Шлем как. На голову оденем. А мультиварку и чайник из-за того, что у меня 60 сантиметров получается всего лишь рабочей поверхности, где мы можем вообще хоть что-то как-то делать и готовить, то получается мне пришлось ее спрятать вот на этот блюмовский механизм. Но я сначала сомневалась, а потом выяснилось, что оказывается это надежная система, он выдерживает 45 килограмм, то сюда можно сидеть спокойно. Ой. У ребенка сажать точно. Я пробовала. И здесь стоит, ну прям чтобы она, да, вот и здесь стоит и чайник у меня с мультиваркой, которая функционально работает, она без кастрюли сейчас. И нижняя часть у меня здесь хранится все, что не попали, в общем, короче, всякие там штуки. Блендеры все. Да, такое, да. Опять же, у тебя того, нету, что... видишь, мне очень нравится, когда нет ручек. Да, я хотела такую кухню без ручек изначально, поэтому это была прям моя фишка. У нас по этой причине вот здесь стоит посудомойка, и дверца находится на доработке, потому что немножко не уместилась посудомойка, и я хочу, чтобы она была без ручек и была тоже на пушапе. То есть она как бы работала с этим, ну не пушапе, господи. Да, пуш, наверное, на пуше, правильно. На пуше, но у нас не получается, потому что на пуше она не влезает, и нам предложили сделать вот такую ручку сверху. Но даже такую ручку я категорически сделать отказалась. Я хочу, чтобы у меня было все вот так, и у нас до сих пор она находится сейчас еще на доработке. И то будет есть... очень прикольная вообще вещь. Ну, это я сама уже сделала, потому что у нас из-за того, что нигде не уместилось мусорное ведро, я сделала его катающимся, и когда ты готовишь просто, ты подъезжаешь сюда и выбрасываешь, все, это удобно. Но прятать ты его не прячешь, он всегда... Всегда, вот здесь, либо куда-то перемещаю. Ты дополнительно там... покупала или делали под вот заказ? Вот это сделали те, кто кухню сделал. Все, они просто под заказ. Из-за того, что у нас не получилось спрятать мусорное ведро, они просто сделали мне вот эту маленькую штуку, и, конечно же, я купила просто мусорное ведро, она... А покажи, пожалуйста, еще какие у тебя ящики, где что, как. Ну, а что, вот здесь у меня, да, ну, как бы все, чай, стаканы, все здесь сейчас. Такое. Все находится то, что вот на кухне, что стекает, да. Ножи, ребенок, мы прячемся сразу сюда, дозочки сюда, стаканчики, которые стекают сюда. А посуду у меня вся комната здесь. Подожди немножечко, пожалуйста. То есть просто как бы обычный ящик я поставила, я его открываю, я мою посуду и сразу складываю. Сразу мокрая складываю. Да, мокрая складываю, она стекает, и я ее там раз в 3 дня просто вытаскиваю. И у тебя, видишь, он встроенный. Да, у меня прям, да, Дюпон, вот это вот, который они делают из камня сразу, они ее стащили по углам. Это очень круто. Это очень круто, у меня есть нюансы, которые не получились, я до сих пор не знаю, как решить. Это проблема, у нас проблема с плинтусом вот с этим. Плинтус нужно как-то, наверное, скорее всего, вот так вот делать для того, чтобы, потому что здесь постоянно вода, и ты готовишь, и у него есть нюанс, он здесь чуть-чуть плесневеет. Ну, короче, вот, да, такая ситуация, да, получается не очень приятная. Я, конечно же, все это вымываю доместосом, но это нужно решать. Я не знаю до сих пор, как это решать. То есть, когда сейчас, два смотри, камня, у них должен быть момент, в котором сейчас. Они как-то должны решить вопрос стыковки, да. Пластиковые сюда не получается, они не держатся. Они сюда как бы не функциональны. Нужно делать именно из камня, но как из камня им сделать вот такое, они как бы не знают. Поэтому поставили этот плинтус, он у меня просто отошел от стены. До сих пор мы еще решаем, как с этой ситуацией быть. Ну пока непонятно. Вот, овощи я храню тоже вот так. То есть овощи все у меня здесь. Ой, их нет, слава богу. Надо идти в магазин. Ну и как бы здесь просто рабочие полки у меня находятся. Третья полка я сделала просто для того, чем мы не пользуемся. Там всякие штуки, чайники стоят. Всякие крупы здесь, специи здесь. А здесь у нас, в общем, собственно говоря, встроенная вытяжка. Потому что у меня тоже же нет. Получается, как бы, да, вытяжка есть, но ее как бы нет. Да, 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 она встроенная, она вот как бы так вот держится на этом. Ну, то, что умещается сюда, мы всякие посуду держим такое. Здесь у меня стоит котел, потому что здесь под него и придуман здесь и стоял стационарно. Его просто закрыли в отдельный шкаф. Все, это я показала. Здесь у меня все кастрюли сложены.
какие там крышки, кастрюли, ну, сковородки, то есть посуда. Но здесь, в принципе, умещается очень много. Здесь все, сюда они, да, до верху умещаются все однозначно. Здесь 500 штук, они встанут как вот так вот один в один. Когда ты толкаешь блюдо, а вот это доводчики, я не знаю, все блюмовские механизмы сейчас почти системой доводчиков. Однозначно, да, встроенная, конечно же, по-другому никак. Я подбирала, я хотела, мне не очень нравилось то, что здесь есть голубой оттенок, я знала, что у меня кухня будет более мягкого оттенка, но я не нашла, честно сказать, ничего более подходящего, поэтому мне пришлось взять франки то и другое, но хотя бы одинаково между собой не играет. Встроенных белых микроволновок, вот таких, я нашла их 2 единицы за всю вообще. Сколько я искала, как бы их очень мало. Ну, очень гармонично смотрится. У меня не влезла никуда посудомоечная стационарная большая машина, поэтому пришлось воспользоваться этим пространством, которое, по идее, вообще-то, ну, в нормальной ситуации предполагается под помойное ведро, там, под мусор, под что-то такое. Но у меня нету места под, как бы, под посудомоечную машину, поэтому пришлось купить такую стационарную посудомоечную, ой, вернее, настольную посудомоечную машинку и просто поставить. Я не пользуюсь ей часто. Она на сколько у тебя литров? На сколько литров, не знаю, на 6 персон. А, угу. Ну, сильно большие кастрюли, если то, только кастрюля мыть, а если посуду, то мы все, кто кушаем, нас трое взрослых, а вот ребенок, мы все туда после всех праздников упаковываем, все, пожалуйста, все эти мисочки, тарелочки, все хорошо там умещается. Ну, очень кухня такая гармоничная. Здесь мы храним хлеб и всякие специи, там вся посуда, в которой мы готовим. Ну, то есть, как бы так. Я стараюсь ничего не накапливать, потому что у меня нет места, поэтому все, что нужно для жизни, здесь все есть. Спасибо тебе, Леночка, за экскурсию. Приходите.